функция gcd3. В прошлый раз я забыл проверить, что a и b у нас не отрицательны. В этот раз давайте проверим, раз уж мы так договорились. Далее проверим базу рекурсий. База у нас следующая. Если хотя бы одно из чисел 0, то вернем не нулевое число, или 0, если оба числа равняются 0. Далее находим большее из чисел и заменяем его на остаток отделения, на меньшее число. Таким образом, здесь у нас а больше или равно b, поэтому в рекурсивном вызове вместо а мы подставляем остаток отделения а на b, а b оставляем без изменений. Если же ситуация обратная, то а мы оставляем без изменений, а b заменяем на остаток отделения на а. Давайте проверим, что тест все еще не возражает против такой версии алгоритма Евклида. У теста возражений нет. До этого момента мы с вами обсуждали исключительно итеративные версии алгоритма для нахождения наибольшего общего делителя. Мы реализовали итеративный и наивный алгоритм и итеративную версию алгоритма Евклида, в то время как в слайдах вы видели рекурсивную версию. Давайте добавим немножечко рекурсии и перепишем функцию GCD2 рекурсивно.